нужен ковчег. АМС везет его к искажающему орудию на борту Дракониса. Всем кораблям самый полный. Перехватить их немедленно. Конец связи. Вас понял, 6-4 в пути. Ха! Понеслась! Говорит капитан Миас Брэкстона. Мы обеспечим поддержку. Вижу вражескую эскадрилью. Навести стрельцов. У нас преимущество. Огонь! Лист-2, Лист-2! Ракета пошла. Первый удар! Второй удар! Попадание! Подтверждаю урон по всем целям. Приближаемся к транспорту. Обходи его! Надо поймать Драконис. Я поздравлю враг на 11 часов. Да что это за хрень? Кто-нибудь видит? Выйди! Кто сзади находит? Слишком быстро! Обнаружного тупника. Вижу цель. Четкое наведение. Беги! Поймал тебя, сынок! Приготовься! Помочь! Линкор Мальта на 10 часов! Охраняет Драконис! Мимо не пройти! Купер! Нужен пилот на Мальте! Захватить палубу! Сейчас! Командир Брикс, я дрос 6-4, можем забросить! Бейте! Нужен бросок! Принято, 6-4! Ты сможешь, Купер! Ты точно уверен, Бейте? Доверьтесь мне! Добро пожаловать в 6-4, Купер, мы не сможем доставить тебя прямо на мостик. Мимо этих пушек нам не проскочить. Высадим тебя у кормы, ну а дальше придется самому. Враг слева. Купер, я подойду насколько смогу. Планирую прыжок как следует. Давай, пошел! Нет, погоди, отхожу. Погоди. Приготовься. Давай, прыгай. Классный прыжок. Мы тебя прикроем, Купер. Мостик во всех крылов 5, бронекрасный, ничего. Срочно сюда, к нам. Подлестный человек. Не за углом. Следи за левым флангом. Держитесь, мы вас спасем. Купер направляется к главным пушкам Мальты. Не знаю, будет ли этого достаточно. Купер, быстрей. Пробить гипердвигатель, покинуть корабль, покинуть. Мы потеряли Кэмпбелл Брэкстон. Держать курс. Противник!
Купер, жди там. 6-4 поднимаются на борт. На палубе Мальты остались работающие зенитки. Надо отключить их с мостика, чтобы мы могли приблизиться. Будет сделано. Отлично, Купер. Просто работа такая. Этот парень. Командир Брикс, понадобится ваша помощь. Ясно, Медведь. Скоро буду. Путь к мостику лежит через тот ангар. Есть идеи? Брикс слушает. Чем могу помочь? Закройте дверь и держите корабль. Он не думает? Нет, нет, секунду. За мной! Работенка, что надо. Ага, не заскучаешь. Дэвид, пошевели! Спасибо! Нож и заведи корабль в тыл Драконису. Баркер, доставь Бити к Куперу. Вас понял, выхожу. Держись, железный дровосек. Всем позывным. Разобраться с врагами и отходить к Драконису. Это все. Купер, это неправильный курс. Возьми левее. Да, Куп, именно так. Выровняй корабль с Драконисом. Ты отдаляешься от Дракониса. Левее. Ну все, получил. Просто вот Титан, Купер, надоело мне с ним нянчиться. Готов передать управление пилоту. Купер, мы прикроем тебя сзади. Захвати палубу и иди к Драконису. Буду один. Гюрза на станции. Пилот, твое путешествие заканчивается. Небеса принадлежат мне. Некуда бежать. Негде прятаться. Вперед, атакую бандита. We'll be right back.
Мати это ядро, сосредоточить огонь, вторая передача. Попробую бежать. Т-7274. Гюрза подбита. Вас поняла. Поднимитесь на драконицу, захватите ковчег. Готовимся к переброске. Купер, готовьтесь к броску. На аэродинамическое сопротивление рассчитывают. 2-4 справа! Что ты задумал? Следует выполнить задачу. Корабль быстро теряет высоту. Купер, вся надежда на нас. Есть тут титан! Люпни! Быстро всех люпни! Приближаемся к камере ковчега. Большая. Требуется импровизация. Купер, я не могу добраться до ковчега. Нужна ваша помощь. Надо уходить с корабля. У нас мало времени. Сюда, Купер. Уноси оттуда ковчег! Невозможно, мы заперты. Что ты делаешь? Директива 3. Я не потеряю пилота. Приготовьтесь к удару.